Медитация «Река жизни». Устройтесь поудобней, расслабьтесь, закройте глаза и постарайтесь остановить бег мыслей. Сконцентрируйте свое внимание на дыхании. Спокойный глубокий вдох и медленный плавный выдох. Вдох, выдох. Когда он успокоился, представьте широкую, полноводную, большую реку с живописными берегами. Только вместо воды в этой реке течет жизненная энергия, а вместо холмов и долин ее окружают галактики и созвездия. Наверное, вы уже догадались, это и есть единый поток жизни. Он несет свои неторопливые воды к океану божественного начала. Из него же вновь начинается плавное течение. Вы осторожно ступаете в этот поток. Вы чувствуете, как нежно и мягко касается волна ваших ног. Ее прикосновение так легко и воздушно касается кожи, что вы почти не ощущаете его. Вы заходите все глубже и глубже в чудесную реку жизни. Окунитесь в нее с головой. Не бойтесь. В жизненной энергии утонуть невозможно. Не задерживайте дыхание. Каждый ваш вдох наполнен этой невидимой энергией. Вы чувствуете, как постепенно все тело наполняется живительной силой, активной энергией обновления, исцеления и вечной молодости. Каждая ваша клеточка начинает сиять. От вас исходит прекрасный золотистый свет. Вы раскрываете руки, словно крылья. И начинаете свободно парить в потоке, расслабленно и спокойно следуя его течению. Вы знаете, что это бесконечная, созидающая и организующая энергия. Она мягко направляет вас именно туда, где вы хотите очутиться. Поэтому вы с радостью доверяетесь потоку, наслаждаетесь тем, с какой легкостью и простотой дается любое ваше движение. Почувствуйте это глубокое умиротворение, полную открытость и доверие жизни.
вы частицы единого потока. Все хорошо, все спокойно и гармонично у вас в душе. Вы едины со всем сущим. Вы находитесь в согласии со Вселенной. Запечатайте это великолепное мгновение в сердце. А теперь можно постепенно возвращаться. Возвращаться к реальности, открывать глаза. Отныне, в любой момент, когда вы почувствуете, что начинаете сопротивляться течению жизни, можете вспомнить то чудесное ощущение единства и согласованности всего сущего, которое вы испытали во время медитации. Увидите, насколько изменится ваше отношение к сложной ситуации. Находите время для того, чтобы побыть наедине с собой, помолчать, расслабиться, убрать ненужные мысли, уйти в себя. Вы частица единого потока, божественной жизни. Находите время для того, чтобы окунуться в спокойствие, любовь и доверие к себе. Такое безмолвное общение с собой позволит выйти на связь с голосом внутренней мудрости, со своим высшим Я, а значит, соединиться с Божественным Источником Жизни. Улыбнитесь. Откройте глаза. Желаю удачи и благополучия.